Итак, лодка надувная, бриз 260. Практически абсолютно новая. Три раза я на ней на рыбалочку ездил. Но дети мне подогнали другую лодку. Помощней, поздоровей. На день рождения. А это приходится вот продать. Навесной транец. Все. С мотором ездил нормально. Все, тут весла. Все абсолютно, буквально все то, что в ней должно быть, все на месте. Нигде не протыкалась она, ничего. Но она практически новая. Я говорю, три раза на ней ездил. Насос, полный комплект, все, что должно тут быть. Мешок. Два сиденья. Весла. Так что вот так вот, друзья мои. Лодка очень хорошая, очень устойчивая.